Всех приветствую, как вы уже поняли, у жителей Пскова просто все прекрасно. Даже если показать, смотрите, видите, у них даже тут плюс население. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы посмотрим, что они хотят, и поставим здания, те, которые им нужно. Дальше потом расширяемся в эту сторону, тут все застраиваем, ставим электростанцию, то есть подстанцию, вот тут вот. Проводим именно электролинию и ставим вот тут вот подстанцию. Дальше смотрим, что у нас тут нужно поставить. Хватает, не хватает вот этой вот нашего госпиталя, больницы. Пожарки смотрим, хватает, не хватает, если что, докупаем. Вот тут вот настраиваем такие по мелочам и... Все, в принципе, Псков готов. Население на данный момент у нас 9142 человека. И все у нас прекрасно. Что вам нужно? Вы хотите, чтобы у вас была здесь школа? Поставим. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы у вас был еще один детский садик? Вы тоже хотите? Да. Они хотят еще один детский садик. Значит, вот тут ставим детский садик, вот тут вот ставим школу. Погнали. Как вы уже поняли, кроме школы и детского садика, я еще парочку зданий поставил. Я подумал, отчего бы и нет. Но смотрите, электричество мне все равно придется именно купить. Вот здесь вот кусочек, потому что они не строят, когда ты разрываешь сеть, и они не подъезжают, не могут построить. Вот тут вот разорванный кусочек, так что я построю его за деньги. Не обижайтесь, так как есть, так есть. Че, денег не хватает? Серьезно, бабок не хватает? Вот видите, 2 миллиарда бабок не хватает. Сейчас я быстренько куплю. То есть машиночку вот здесь вот быстренько вот так вот сделаю. Кто-то там спрашивал, с откуда? Вот с отсюда вот иногда. Когда мне нужно. Все. Сделали? Электросет сделали. Смотрите, что я здесь сделал. Вот тут у нас находится именно производство кирпича. Это у нас склад угля. Соответственно, это у нас получается выгрузка угля. И это специально склад для этого угля. У нас тут скудненько так привозят именно кирпич. Я подумал, ну что его привозить, давай уже здесь сделать. Ну, вот тут я поставил заправочку, чтобы нормальная была на 200 с чем-то там она тонн. И заправлялись, то им приходится или на вот эту вот заправочку ездить, или на вот эту вот заправочку. То есть где-то в середине нужна была заправочка, я ее поставил. Ну и естественно тут вот детский садик и вот тут вот школа. Давайте все вот это вот отстроим и потом будем смотреть, что они дальше еще хотят для ихнего благополучия. Отлично, все достроили. Тут прилетела поддержечка внезапно во время записи. Давайте как раз прослушаем. Заодно отвечу на вопрос. Че так долго, я не понял. Впервые вижу, чтобы сообщение светилось, а не воспроизводилось. Робот, наверное, забыл сказать. Так, что там Ильяна Хангалова нам пишет? Когда будет следующий сезон по Transport Fever 2, сделай, пожалуйста, подробную инструкцию по ЖД-сигналам. Когда будет следующий сезон, я не знаю, если честно. Ириан Гангалов, вот это что? Когда будет следующий сезон по Transport Fever 2, сделай, пожалуйста, подробную инструкцию по ЖД-сигналам. Робот, ты не запоздал, конечно, с озвучкой. Ну ладно, ничего страшного. Когда следующий сезон будет по Transport Fever 2, не знаю, потому что люди уходят с игры с Transport Fever 2, когда находят более лучший проект и когда понимают, что механика Transport Fever 2 настолько мизерная и настолько там мало контента,
А потом, когда еще узнают, что там плохая оптимизация, людей это немного бесит. А потом, когда люди еще узнают, что вся механика, которая была в Transport Fever 1, была просто урезана и сделали просто игру Transport Fever 2, но более красивую, это их еще бесит. А когда они узнают историю, что это вообще с Train Fever была такая проблема... Ну, понимаешь, да? Насчет инструкции и подробную по ЖД-сигналам. Я оставлю именно ссылочку на видео, по которому я учился. Это одно из самых лучших видео по ЖД-сигналам электрификации, когда нужно делать электрификацию, когда паровозы запускать, когда дизеля запускать. То есть там все описано. Когда сигналы ставить, ну, как раз то, что тебе нужно. Вот за 11 минут разберешься во всем. Надеюсь, я ответил на все твои вопросы. Спасибо тебе за поддержечку. Ну, приходи на стрим, если что, там еще поговорим. Ну, а мы продолжаем дальше застраивать. Здесь у нас люди довольны. Прям вот всем довольны. Я предлагаю теперь застроить вот этот весь берег. И потом уже по ситуации смотреть, что опять же им нужно добавлять здания. Не прям вот запланировать, потому что игра динамичная, бывают разные ситуации, так что нужно потихонечку действовать. Поехали планировать. Отлично, все распланировали, пока им хватит. Пускай сначала вот это отстроят, и я сейчас столбики им скажу, пускай они тоже их отстраивают. Смотрите, я мог бы сразу все запланировать, но так как уже один раз я обжегся, когда полностью все планировал, и всех нюансов ты не углядишь, к сожалению, потому что, ну, так устроена игра. Если даже ты прям все просчитаешь, всего не углядишь. То есть нужно уже, когда вот отстроилось... Когда именно заселились туда люди, тогда уже смотреть по факту, что еще добавить. Для этого я оставляю такие пустые ячейки, которые можно использовать потом. И все-таки подтвердится ситуация. Нужно было нам, допустим, ставить тот же самый трансформаторный пункт, да, или не нужно было. Нужно было там ставить еще одну школу или не нужно. Но понимаете, в том суть, да? Ладно, отстраиваем все. Смотрим, как у нас народ действует, что он хочет, хватает еды, не хватает, и потом достраиваем еще. Набережные домики отстроились, теперь нужно пока понаблюдать. Смотрите, сейчас я посмотрю. Ох, ничего, это уже полный дом, серьезно, здесь тоже потихонечку начали заходить. Так, ну, дорожки здесь не хватает, это явно. Дорожку, значит, тут нужно пускать. Перемычки тоже нужно пускать. Здесь пока оставим свободное место. Смотрите, тут же опять у нас вот такая вот остановочка. Сейчас я посмотрю, куда она достает. Она достает нормально. То есть вот эти вот крайние домики смогут дойти до этой остановочки. Ага, значит, давай сразу так сейчас и сделаем. Пассажиры пускай стоят. Рабочие. Куда можно рабочих? Давай рабочих, наверное, направим. Чтобы у нас опять так же не шли. Туда не достает. Ну, ничего страшного. Зато вот эти вот два здания вместе с этим, какого, с детским садом, они будут снабжать. Я совсем забыл. Мы что, горком-то не построили? Угу. Тут у нас есть, пускай люди придут потихонечку. Горком нужно будет вот тут поставить. Да, точно. Что делаем дальше? Смотрите, вот тут я поставил тоже трансформаторный пункт. Его сейчас нужно подключить. Я уже полностью распределил электричество, должно не быть перегрузок. И второе, сейчас протянуть еще одну ветку, чтобы у нас теплоцентраль обогревала вот тут вот внизу, то не замерзнуть. Походу тут не достает вот эта теплоцентраль. Да, не достает. Так что сейчас тянем теплоцентраль, электричество и ставим горком.
смотрите, кроме горкома и теплоцентрали, которую вот у нас передает теплопередачный пут, то есть в обогреватель, я поставил еще больницу и поставил еще снежкову, чтобы очищали снег. Я просто не обратил внимания, у меня что-то по городу зимой снег не чистят. Чистят только вот здесь, вот где у меня снежки, да, стоят. Тут всего лишь 5 машин. Как раз вот здесь мы построим такую хорошую базу по снабжению снежков, и будут у нас все чиститься. Вот это вот отстраиваем. Смотрим, как наши жители на это все реагируют. Я вот смотрю, крайние домики довольные, только безработные есть. Ну, это ничего страшного. Безработные — это такое 50 на 50. Главное, что всем остальным они довольны. Отстраиваем. Я знаю, скорее всего, под этим видосом будут, наверное, писать: ты же обещал достроить полностью весь город, помидорами закидают. У меня сейчас времени на часах 3 часа 45 минут, ну, короче, 4 часа утра, да. И сегодня у меня еще стрим, да. Кстати, приглашаю всех на стрим, после этого ролика у нас будет стрим. И я как бы... не успеваю доделать. В чем проблема? Сейчас расскажу, в чем проблема. Помните вот этот вот заводик? Вот этот вот заводик по переработке битума. Короче, он так жестко работает, что у меня случился вот такой вот коллапс. Для понимания, да? У меня нету битума. У меня нету битума. То есть выработка электроэнергии увеличилась из-за того, что я там больше сделал, получается, поселок Вапскую, то есть город превратился целый. Начало потребляться больше электричества. Даже можно сейчас посмотреть, сколько там электричества потребляется. Это просто жесткие какие-то количества. Да, 89 мегаватт, да, потребляется на данный момент. И битума нету. И если бы я не отключил именно переработку битума в топливо, то приблизительно через 2-3 года битума бы не было нигде бы, и все бы теплоцентрали стали бы. Кроме того, на первое, вот видите, напряжение сейчас скачет. И для того, чтобы вот эта вся ситуация выровнялась, я посчитал, мне нужно приблизительно ждать 5 часов, да? 5 часов. 5 часов, чтобы ситуация выровнялась. Я, недолго думая, пока эта ситуация будет выравниваться, пошел и вот здесь, вот да, время, конечно, больше потратил, но я здесь более эффективнее сделал добычу именно угля. То есть уголь сейчас добывается намного эффективнее и намного профитнее выходит, и стали выплавляется намного больше. Зачем? Ну, для того, чтобы сталь была постоянной, я не требовался в ней. Когда мы строили вот тут вот трубы, очень много труб строили... Не помню, сколько здесь, 200 тонн стали, просто улетело на вот этот весь трубопровод, как и не было. Здесь тоже улетело. То есть что-то около 300 тонн стали улетело. И забрал еще камышин там, сталь не осталось совсем. То есть решил увеличить, раз такая проблема. Так что прошу простить, понимаю, завершение, скорее всего, концовочка такая разговорная получилась. Но если хотите... нормальный стрим, чтобы я не был какашкой, то я, наверное, сейчас пойду спать, честно. Два до этого ролика были просто шикарные, но вы даже не представляете, сколько на них потратилось времени. Ну вот тут вот такую подставу я не ожидал. Вообще не рассчитывал, что у меня не будет битума. Я посмотрел по графикам, да? Сейчас посмотрите, сейчас я вам просто покажу, чтобы вы понимали статистику, графики. Вот видите, производство битума 807 тонн. И потребление битума, видите, 1000 тонн. То есть начинает уже с резервов тянуть битум. А если так и будет дальше продолжаться, может всех просто схлопнуться республика. Я все повыключал, чтобы то, что битум не ело, и настроил так, чтобы больше топлива было. Переназначил все машины, которые возят уголь, чтобы они забирали с угольной шахты и все привозили именно в эту точку как можно больше топлива, чтобы их машинки жрали.
Просто супер логистическая там настройка была. Я не знал, как это в видосе показать. Так что вот рассказываю, как оно было. Вот тут на маршруте сейчас ездит. Сейчас я вам скажу, сколько. На маршруте ездит 22 самосвала. Это именно у нас ездит по Углю. 12 самосвалов, это у нас по Железной Руде ездит. И 3 самосвала, один самосвал у нас ездит, получается, вот тут вот. Где у нас кирпичи и 2 самосвала на загрузочку нашего железнодорожного транспорта, который ездит туда-сюда. Потому что я там начал потихонечку производство увеличивать, да, пару машин продал, чтобы выровнять ситуацию. Деньги тут вообще ничего не решает в таком году, 2127, им надо править цифры, честно говорю. Если какой-то игрок захочет поиграть на вот таких вот дальних расстояниях, как я, циферки тут просто шкалят. Деньги тут ничего не решает, то есть тут решает только ресурсы. Ресурсы, ресурсы и ресурсы. Да, вот такая вот концовочка, так что прошу заранее извинения, что так получилось. Ну, постараемся на стриме доделать, и, скорее всего, там за кадром я вот тут все уже подмажу под этот, красивенько все будет. Ну, извините, извините, ребят. Плюс еще я устал. Конкретно. Все. Всем пока, до новых видосиков, увидимся.